Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде, офигеть, мы словили еще одного легендарного покемона. Это у нас Райкваза. Охренеть, офигеть. Дорогие друзья, суть в том, что мы словили легендарного покемона. И это действительно очень круто. Так как у нас, если так считать, у нас сейчас уже 3 легендарных покемона. И давайте продолжим искать покемонов, ловить покемонов и, в принципе, охотиться на покемонов с того места, где заспавнился легендарный покемон Райкваза, то бишь с этого места. Мы его словили как раз, ну, где-то вот тут, да. Ну, сколько вас тут. Сейчас мы посмотрим, какие вы уровни. О, 41 уровень. Отлично, как раз можно прокачаться на вас. У вас как раз тут 3 штуки, сейчас можно будет нормально прокачать наших покемонов. Так. Давайте еще одного. Давайте гримера. Ну это только 25 уровень. Ну, в принципе, пусть будет. Так. О, Голдак там еще есть, я его вижу. Он тоже более-менее такой большой уровень. А, я случайно на электробузы кину. Электробуза у нас тоже еще нету. У нас есть Эликит, как бы первая его эволюция. Но вроде как бы она не эволюционирует, так как ее еще не сделали, то бишь она еще не эволюционирует в электробуза, ну, в смысле, в свою следующую эволюцию. О, кстати, вот что я забыл, опять давайте Иви вызовем. Как ноль хэппинеса? Что еще, даже нифига не прокачалась. Так, мы в джунгли, да, шли? Так что давайте пойдем в джунгли. Сейчас я посмотрю, какой уровень этот Голдак. Если 40-й где-то, то, в принципе, 33-й нет. Не буду я на него нападать. Вот. Да, давайте пойдем все-таки в джунгли. Я не знаю зачем. Давайте через джунгли проберемся. Или, в принципе, можно даже по пляжу пройтись. Сейчас я вот как раз сюда заплыву. Райкваза, Райкваза, Райкваза. Прикиньте, сейчас еще кто-то заспавнится. Не, ну если честно, это уже будет, можно сказать, немножко чит. Ух, Иви умирает. Не, хотя какое нафиг читерство? Если, например, вот сейчас заспавнится, да, напишет мне в чат, что вот, например, в джунглях заспавнился там легендарный покемон, да, например, кто в джунглях может заспавниться? Мью, да? То что, например, вы скажете? Чего вы подумаете вообще? Если сразу 2 легендарных покемона заспавнится сразу в двух, как бы, сразу подряд в 2 эпизодах. Это, конечно, не будет читерство, как бы, заспавнились да заспавнились, они сами заспавнились. Но просто как иногда бывает, дорогие друзья, еще раз повторюсь, когда тогда в первой же серии, после того, как я перенес мир, заспавнились сразу 2 или 3 легендарных покемона в одной серии. Но я их, конечно, не нашел, но суть в том, что они заспавнились. А потом, и если так считать, то 3 легендарных покемона сразу заспавнились в одной серии. А потом в протяжении где-то 10 серий, да, вообще ни один легендарный покемон не спавнился. Это уже, можно сказать, просто рандом, так как... Ну, не рандом, а просто как им захочется спавниться, да? Или 3 штуки сразу в одной серии, или, например, 10 серий, и вообще никто не будет спавниться. Ну. Так что, если заспавнится, ну, заспавнится, да, повезет, а если еще какой-то легендарный покемон заспавнится. Я вот сейчас как раз копаю, может, найду фосил. Мне вот такое место, не знаю, ну что-то так очень нравится. Как бы вот тут джунгли, да, тут равнина. Тут идет такая небольшая река, тут у нас такие как бы горы, как бы пещерки. Тут у нас тоже вот такие пещерки. И так как-то красиво смотрится, так как таких... А, это случай... Это мне кажется, или там красный покемон босс гипнул? Пока я к нему добегу, он уже 1000000%, что пропадет. Он уже вроде пропал. Нет, он там. Да.
Или это Шайни? Нет, вряд ли Шайни, нет, это красный покемон. В смысле, красный босс. Не буду я... Твою мать, да я же в воде, я сейчас задохнусь. Задохнусь сейчас, дружище! Давай, давай. Отлично, давай, давай. Сейчас. Мастербол выпал! Мастербол выпал! Да задохнусь я сейчас! Да, нет. А чё, уже исправили вот эту хрень? Я помню, много раз я так задыхался. Ну, немного, вроде один раз задыхался. С него мастербол выпал! Мать твою, мастербол выпал! То бишь, мы сэкономили 5 алмазов. Вот это что-то охренеть. Ну, а как я заметил вот его, что он там стоит с такого большого расстояния? Когда у меня за спиной Shiny Mew заспавнился, я его не увидел в протяжении, не знаю, минут так, пару минут он стоял сзади меня за спиной. Ну, прям не так вот сзади, но где-то, если бы мы так стояли вот тут, например, то он стоял где-то вот там. А вот тут, как я увидел вот этого красного покемона Гипно, ну, в смысле, красного покемона босса Гипно. Я стоял вот там, а он заспавнился вот за этим большим деревом, вот за этим. Как я его увидел на таком расстоянии? Как? Но суть в том, что я его увидел, и это охренеть, дорогие друзья. Согласитесь, что это действительно очень круто. Так как, смотри, что с него... Я даже это не заметил, с него выпало еще одно удвоение опыта. То бишь, у нас уже их 5 штук есть. Отлично. Тогда можем сразу на Райквазу поставить. С него выпал ловбол. Вот это, премьербол. Вот это и один мастербол выпал. Охренеть. Две серии подряд. Первую серию заспавнился Райквазой, мы его словили. Вторую серию заспавнился красный покемон босс Гипно. И с него выпал один мастербол. Охренеть, дорогие друзья. Я стоял вот тут. И я увидел, что заспавнился красный покемон босс вот там. Но я просто увидел, что там бегает какой-то, знаете, такой покемон, ну, с таким как бы более... Я увидел, что это Гипно, но Гипно же желтый. Я увидел, что он как бы более такой темный, как, типа какой-то красный. Офигеть. Так, давайте я спущу... Хотя нет, тут даже прохода нету, да, дальше. Ну, нет прохода, я думал, может там будет какой-то проход, может фосил там будет. Так, чё бы нам сделать? Давайте мы все-таки пойдем поспим, так как ночью... Ну, ночью, да, ночью как... Да, еще один легендарный покемон заспавнился! Еще один легендарный покемон заспавнился! А где он заспавнился? В то время, как я тпшился, он где-то тут возле нашего дома заспавнился, как бы вот в этих равнинах или вот в тех равнинах, где мы были. Хотя кто может еще заспавниться в равнинах? Только Райква. Ну да. Дорогие друзья, мы нашли еще одного Райквазу. Я не знаю, что с ним делать. Как в двух. Он что, уже пропал? Он что, уже пропал? Он что, уже пропал? Он что, уже пропал? Чё я могу сказать, дорогие друзья? С нами, короче, Пиксельмон, наверное, в шуточки шутит. Он или пропал, или он куда-то упал. Вот, где-то вот сюда. Нет, он не упал, он пропал. Твою мать. Это испарившийся легендарный покемон. Просто-напросто испарившийся. Мы к нему прибежали, он упал. Уф, какие нафиг упал, он пропал. Это шутка дня. Вроде сегодня не 1 апреля, но к нему даже еще далеко. Но это вообще... Ну да, хлопаем Пиксельмону за его шутку. Шутка, в принципе, прикольная, но с одной стороны прикольная, с второй стороны не очень. Давайте, дорогие друзья, сейчас мы обсудим, что это было. Да, я тпшился домой.
Сейчас. Я был вот тут. О, тут. Я вроде покемона босса нашел. Зеленый покемон босс. Сайтер. Я его увидел через непрогруженные текстурки. Ай, да. Ни хрена себе у меня зрение тогда, когда... Это что, еще один заспавнится? А, нет, это просто чат показывает. Да, тогда, когда Шайни Мью не увидел, да, сейчас у двух покемонов боссов увидел. Че, убили Чаризарда? А, ну да. Охренеть. Этот шутка такая была прикольная. Вы видели своими глазами, что там был Райкваза. Сейчас я еще раз повторю, что было, да? И потом рассудим, что вообще это было. Я стоял тут, да? Тпшился домой, чтобы идти поспать. Тпшился домой, и не успел тпшиться, мне уже чат вот это написал, что легендарный покемон был заспавнен в равнинах. Я вот тут побегал, побегал, посмотрел, нету ли тут легендарного покемона. Потом побегал тут, стал вот тут и вижу, что там летает Райкваза. Первое, что я подумал, охренеть легендарный покемон, но в то же время я подумал, нахрена мне второй такой же легендарный покемон. То бишь, у меня есть Райкваза, которого мы словили в предыдущем эпизоде. И вот там заспавнился еще один Райкваза. Я не знал, что мне делать, дорогие друзья. Ну, что надо было делать? Идти ловить еще один Райкваза, в смысле, использовать еще один мастербол, которого, конечно, ну, повезло нам, да? Выбили еще один мастербол с красного покемона босса Гипно, которого мы нашли. И только что я нашел еще одного зеленого покемона босса. Это у нас был Сайтер. А, кстати, что с него выпало? Вроде ничего. Ну, короче. И вот я не знал, дорогие друзья, что делать. Идти ловить еще одного легендарного покемона или просто подойти к нему и просто посмотреть на него и оставить его, так как такой у нас уже есть покемон босс. Ну, какой у нас покемон босс? Такой же у нас есть уже легендарный покемон Райкваза, которого... Ну, вот этот легендарный покемон Райкваза, которого мы словили в предыдущей серии. Я прыгаю. Забираю сюда, его уже нету. Да, конечно, они пропадают в течение каких-то нескольких минут. Но он же заспаунился, я был дома. Я сделал вот такой кружок, забежал вот сюда, увидел, что он вот тут стоит, прыгнул в воду, выбрался сюда, его уже не было. То бишь, короче, он заспаунился, и в протяжении где-то... И в протяжении еще где-то 40 секунд заспаунился еще, как бы, он исчез. И заспаунился еще я уже забыл, что я хочу сказать. Заспаунился еще один легендарный покем... Еще один Райкваз заспаунился, мать! Ты че, издеваешься? Райкваза, ты задрал! Как можно заспавниться три Райквазы за два эпизода? Объясните. Я не успел договорить про того Райквазу, что только что испарился, и мы его нашли. Как тут заспавнился еще один легендарный покемон Райкваза. Ты что, дурак Райкваза или что? Ну, в смысле, не дурак, но ты что, прикалываешься? Что мне с тобой делать? С третьим Райквазой. Хорошо, первого мы словили, второй испарился, а третий... Что мне делать? Я не хочу тратить еще один мастербол, так как у меня их две штуки остались, и мы еще можем купить еще две штуки. Ну, если найдем еще один алмаз, то можем три штуки купить. Если так посчитать, Запдос, Молтрес, Мьюту, это три мастербола. Еще кто-то может быть. Вроде вот только эти, да? Артикуно, Запдос, Молтрес. Мьюту, Райкваза. Мью, Артикуно и Райкваза у нас уже есть. Что нам делать? Что нам делать с тобой, дебилом? Нахрена ты еще заспавнился? Ты мне, короче, мозги сейчас заколомутил, дурак. Лучше бы Молтрес заспавнился, вот, как раз в этих горах. Охренеть, смотрите на вот это, два легендарных покемона.
притом одинаковых, и притом в равнинах, и притом те же конченые Райкваз, что мне с тобой делать? Так, дружок, смотри, ты стоишь тут, да? Я, короче, бегу вот в тот лес, вертаюсь, если ты тут будешь, то я тебя ловлю мастербом. Если ты тут не будешь, то прощай. Так как, смотри, ты уже у меня есть. Поздоровайтесь, братюни. И я побежал. Не смотрим назад, не смотрим назад, не смотрим назад. Барам-ба-барам-бам-бам-бам-бам. Та-та-та-та-там. Мы тут попрыг. Ну да, Спиро. Нет, ты чё, нахрена ты на Иви напал? Так, ну, ты там можешь пропадать. Еще один Райкваза, я не знаю. Ух ты, а вот это охренеть, мне эта пещерка как нравится. Мне нравятся вот такие хрени, как. Ну не хрени, мне нравится вот такое, как бы. Что вот, да, вот тут такие горы, и как бы в середине горы вот есть такое небольшое, небольшие такие пещерки, как бы, под горами. Вот мне, не знаю, но мне как-то вот очень как-то так прикольно. Вот, такие небольшие помещения. Вот смотрите, как это круто выглядит. Вот такие туннельчики, знаете, всякие. Вот мне это действительно нравится. Ну что, идем за нашим Райквазой. И если он там будет, хотя это уже, я думаю, маловероятно, то мы его словим. Если не будет, прощай, Райкваза, ты уже у нас есть. Нет, его уже нету, дорогие друзья. Простуда, простуда. С одной стороны, конечно же, жалко, но нахрена нам еще один легендарный покемон? Хорошо, если бы это Шайни был, да? Например, не Райкваза, а Шайни Мью, то я бы, конечно, его словил. В предыдущем эпизоде заспавнился Райкваза, мы его словили. В этом эпизоде заспавнился Райкваза, я не успел к нему подбежать. Он испарился. И вот тут заспавнился еще один Райкваза. Ну, я сказал, что я бегу туда. Когда я прибегу, если ты тут будешь еще стоять, то я тебя словлю. Если тебя тут не будет, то тебя тут не будет. Как бы ты уже испаришься, так как один Райкваза у нас уже есть. Ах, да. Так что, мне одному кажется, или это так, что-то как-то они стали очень спаниться, вот эти Райквазы. Больше никто не спанится, только Райквазы. Хорошо, если бы вместо одного Райквазы заспанился там Ю, а вместо второго Райквазы, который еще заспанился бы там, например, Молтрес, да, или Заптус. Где Запдос спавнится? Что-то я никак не могу запомнить. Молтрес в горах, а Запдос в обычных лесах, да? Кто там еще есть? Вроде только три птицы есть. Или больше. Вроде Запдос, Молтрес и Артикуно. Ну вот, и Райкваза. Но это не птица, как бы летающая змея. Охренеть. У меня сейчас вообще в голове что-то перемешано все, так как я не знаю, что мне думать. Давайте. Так, я только посмотрю, сколько тут вот этой. Ноль, да как ноль? Да ты что, издеваешься? Да ты уже столько бегаешь и еще ни хрена не выиграла, счастье. Давайте, дорогие друзья, подумаем. За одну серию у нас заспавнился еще один Райкваза. Заспавнился красный покемон босс, с которого мы выбили мастербол. Заспавнился зеленый покемон босс. И заспавнился еще один легендарный покемон, еще один Райкваза. Это уже что-то. Эти Райквазы слишком часто спавнятся. Хотя как считать? О! Не, это Чикарита. Я подумал, это зеленый покемон босс. Хотя как считать? То в протяжении 10 серий даже Райкваза не спавнится, а тут в протяжении двух серий заспавнились сразу три Райквазы. Капут. В смысле не капут, круто, но если с какой стороны смотреть? Давайте мы, короче, сейчас будем пытаться хотя бы в горах. Ну, что-то как бы охотиться в горах, может. Действительно, Молтрес заспавнится. Отлично, наш Дрифлон, да, он называется. Эволюционирует, и он сейчас превратится в... Ну, я знаю, в кого. Как бы, я не знаю его название.
О, ваши имена. Дрифт, блин. Вот, отлично. Ну, как я знаю, у него уже больше эволюции нету, да? Ну, в принципе, нормальный такой покемон, прикольный покемон. Давайте сейчас Гримера прокачаем. Я не знаю, вообще он прокачивается, нет. Лайя Райкваза. Охренеть, две Райквазы еще заспанились. Ни хрена себе. Можно снега немножко набрать, можно снеговика сделать, так как скоро Новый год. Думаю, столько хватит или нет? Охренеть, хватило. Ладно, я думаю, столько хватит. О, кстати, там джунгли, давайте пройдемся туда. Прикиньте, еще Мью заспавнится. А если Мью заспавнится, что мне с ним делать? Ловить его или отпускать? Ну, я, наверное, тоже ему дам шанс, как бы пробегусь куда-то. Если он не исчезнет, то я его словлю. Ну, если бы я его словил, то, конечно, было бы круто, так как я бы сказал, вот у нас уже не три легендары покемона, а у нас уже четыре легендары покемона. Но был смысл бы в том, что как бы у нас бы было три легендарных покемона, а один как бы... Не, у нас бы было 4 легендарных покемона, но как бы 2 одинаковых. Так что это как-то вот так, да. В принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Меня уже этот насморк задолбал. Еще раз скажу, я немножко простыл. Но я все же записываю в серии. И так что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Еще раз скажу, в предыдущей серии мы словили Райквазу, в этой серии заспавнились еще две Райквазы. Офигеть. Так, сейчас посмотрю только, нет ли тут фосила. Хотя вон вроде на такой высоте не спавнится, но... Тут же есть... Гравий, если есть гравий, то не знаю, проверить можно. Так, сейчас мы отсюда как-то выберемся. А вот так мы выберемся. Вот. Нет, вот сюда. Ай. Вот так. И, в принципе, дорогие друзья, хотя вот можно еще сюда пойти. Покушаем пока что. Давайте пойдем мы сюда, проверим, нет ли тут какого-то спуска в пещерку. Нет, нету. Так что, дорогие друзья, да, давайте найдем закон. О, кстати, там я еще только пробегусь к пустыне. Пробегусь к пустыне, так как там говорят, что спавнится псайдак. О, какой нахрен псайдак? Я что-то увидел, вот там Псайдакова там плавает. Я сказал, что в пустыне спавнится Псайдак. Твою мать. В пустыне спавнится Тутудайл. Псайдак. Чё это вообще? Какой нафиг Псайдак? Да, в пустыне спавнится Тутудайл, да. Опять чуть ли не сказал. Так что давайте пойдем мы в пустыню. Наверное, поставим там вейпоинт. Да, Винонат, я тебя слышу. Винонат. А, кстати, вот что интересно, а Мьютус где спавнится? Ну, в смысле, он спавнится только в горах, если он, конечно, вообще спавнится. Или он спавнится в горах и в джунглях? Не знаю, не знаю, не знаю. Давайте побежим мы сюда. Вот так. Че, ну че с этим Иви? Знает, что-то он уже за мной столько времени бегал, еще капут, короче. Сейчас я только вот тут пробегусь, посмотрю, нет ли Винуната, может и будет. Ну вот то, что я не видел ни разу, как ловили Заптуса. Молтрес, ну ладно, Молтрес спавнится в горах.
Если говорят, что Запду спавнится в лесах, обычных вот в лесах, ну, хрен его знает, ни разу не видел, ни разу не слышал. Ну, слышал, что как бы он спавнится в лесах, но ни разу не видел, чтобы его там ловили. Чтобы его вообще как-то находили даже. О, кстати, и покет-центр мы нашли. Так что давайте поставим тут waypoint хоть какой. И пойдем мы... В смысле даже, ну да, давайте пойдем мы домой. И в принципе в следующем эпизоде, наверное, продолжим вот тут будем. Хотя может даже в горах пошаримся, может Мотрес заспавнится, если повезет. Так что, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.